заполнил маленькую комнату, прикоснулся к лицу и прижал к груди, обещал исчезнуть к рассвету, но навсегда остаться внутри. Он искал потайные скелеты, что упрятала я когда-то в шкафу. Он просил рассказать все секреты, что так долго я в себе берегу. Мрак заполнил маленькую комнату, одолел меня, пробрался в сознание. Он читал мне, как свежую газету, и я чувствовала его существование. Он выпустил всех моих демонов, но никогда не избавит от них. Я нарушила миллионы законов и постоянно искала крайних. Мрак заполнил маленькую комнату полностью, без надежды на свет. Обещал исчезнуть к рассвету, но так и не ушел на последние несколько лет.